годы, но в памяти людской остаются события, которые забыть нельзя. И одно из них – это Великая Отечественная война 1941-1945 годов, в которой великую победу одержал наш народ. Нелегко досталась эта победа. Уходили на фронт партизанские отряды отцы, братья, сыновья. На борьбу поднялись все, от старого до малого. В числе защитников Родины были мои родственники, как взрослые, так и дети. Моей бабушке Волосевич Клавдии Евстафьевне было 7 лет, когда началась война. Она часто рассказывает мне о своем военном детстве. Вспоминает, как вязали с сестрой при лунном свете теплые носки партизанам, как прятались от фашистских бомб в поле, как чудом остался жив ее отец. За помощь партизанам его хотели расстрелять, а потом он ушел на фронт, вернулся живым. Нелегкая судьба у бабушки моего двоюродного брата, Пашута Анны Алексеевны, 1928 года рождения. Она была вывезена вместе с родителями и сестрой в Германию, пригород Гамбурга, в сентябре 1943 года. Работала там служанка в немецкой семье, помогала хозяйке смотреть 4-летнего сына, а ей самой было всего-то 15 лет. Освобождены в мае 1945 года союзническими войсками и переданы советской администрации для возвращения на родину. И сегодня она хранит ложку, данную ей на чужбине, как горькую память о тяжелых пережитых годах, как символ выживания в суровое время, как символ победы. Дьяков Иван Данилович, 1915 года рождения, мой прадедушка. Воевал на Третьем Белорусском фронте, был пехотинцем. Призывался в армию в город Ржев. Затем его военный путь продолжался в городе Калинин, город Орша, Оршанская дивизия, Витебск, Минск, Польша, Сувалки, город Кенигсберг, город Краков, Берлин, под командованием маршала Конева, город Прага, Вена, Будапешт, Бухарест, Яссы. Здесь закончил службу. Дьяков Алексей Данилович, родной брат моего прадедушки, также был на фронте. После войны его забрали в штаб на службу к писарям. Война – это не только кровопролитные бои. Война – это и тяжелый труд людей в тылу. Мужчины были на фронте, а места у станков заняли жены и дети, старики. Все для фронта, все для победы. Это был главный девиз тех дней. Моя прабабушка Крючкова Нина Ивановна, 1915 года рождения, была работницей тыла на Урале, в Пермском крае, имеет награды, а ее родная сестра Крючкова Екатерина Ивановна, 1919 года рождения, была зенитчицей Подмосковья, защищала Москву. Я горжусь своими родственниками, среди которых и белорусы, и русские. Все народы объединились, чтобы победить врага. Задача молодого поколения – бороться за мир ежедневно, ежечасно, сохранять в сердцах память о героях, которые завоевывали для нас счастливую мирную жизнь.